Люди, привет, Ланос, поймавший бордюр. Он завтра утром уезжает, у меня возможности снять его собранным не будет. Поэтому сейчас расскажу, покажу в двух словах. Значит, лонжерон просто перекрученный был, Женька его перекрутил. Этот лонжерон он вытянул, здесь были острые складки, все разгладил. Сучики-пики. Верхняя панель отрихтовали. Только надо вот эту гниль убрать. Есть другой телевизор такой помятый, с него кусок вырежет, уберет. Перемычка внизу была гнилая, поэтому с другого этого. С другого телевизора нашли, с какого-то битого. Вот кусок переварили, она тут тоже кривая была. Сейчас осталось только вот этот кант оттуда подбить от фонаря. Будет ровно. Заварить. Усилитель у нас какой-то старый был, поломанный. Поэтому Женька его отсверлил, отрихтовал. Ну, новый клиент не захотел вести, попросил отрихтовать какой-то старый. Мы у себя нашли и подарили. Как-то не подготовился к съемке, батарейка, блин, села. Ну, в общем, Женька его отрихтовал, тут угол был загнутый. Ланос недавно мы делали, был удар. Ну, он оригинальный, он толстенький. Короче, отрихтовал, все, зашил. Низ привезли какой-то, он кривенький немножко. Пришлось Женьке его рассверливать, перегибать, в размер выставлять. По-моему, я говорил, все, что черное на Ланос фуфло, так и есть. Надо брать цинкового цвета. Низ приварил, все проварено, зачищено. С этой стороны все то же самое. Отрихтовал, даже загрунтовал. Здесь я показывал, он вырезал. Усилитель вырезал эту накладку. Отдельно отрихтовал усилитель, потом варил, загрунтовал накладку отдельно, тоже все сделал. Тут все чики-пики. Зазоры там все класс, открываются, закрываются капоты. Пара старая, полуполоманная, но тем не менее стоит нормально. Все в центре. Тоже прикручено, все класс. Бампер для примерки этот же использовали. В принципе, нормальный бампер. Зазоры выловить пойдет. С бампером все выглядит вот так. Бампер ни на одной клипсе не держится. Есть поломанная ресничка. Ну, в целом ничего так. Тут фара поломанная, но зазор хороший. Во. Тут фара целая, зазор хороший. Ну и тут тоже ни на чем он не держится. Ну, в целом нормально. Нормально. Двери открываются, закрываются, ничего с ними не происходит, все класс. Зазор отличный, как у Ланоса, маленький. Красить машину не будут. Там капот был сломан, немножко его вниз утянуло, аккуратно разогнули, чтобы краску не повредить. Ничего не повредилось, идеал. Красить его не будут. Короче, на машине осталось рычаг поставить и эту заварить. И там заварить. И в данный момент мы с Женькой рихтовали вдвоем моторный щит. Красить его не будут. Это все красить не будут. Ничего тут красить не будут. Кисточкой подмажут и все. Красить не будут, поэтому через досточки аккуратненько сейчас повыдавливаем. Здесь были оторванные точки. Попросили не варить. Но они не сильно оторванные, они надорванные, они не полностью оторванные. Сказали, лучше не варите, потому что мало ли нельзя варить. Хотя раньше варили. Значит, не будем варить. Прищепка наша на полтонны, на 500 кг гидравлическая. Ну, поняли, многие рихтовщики знают. У всех в наборах такая есть. Туда брусок, сюда маленький брусок. Прищепку ставили, покачали, подвыбило. Ой, деревяшка поддавила. Лишнее аккуратно через досочку позагупывали, чтобы краску не повредить. Эта линия у нас вытянулась. Это все вытянулось, рулевая полностью, все класс. Сейчас, короче, моторный чуть доровняем. Тут осталось немножко, пару бугорков. Тут вытянуть. Вот это чуть подровнять. Хотя тут стоит газовая... Газовые мозги вот такие, они идут аж вот до этого момента. В принципе, это все и не видно. Так что на машине сильно и не видно будет, что он кривой. Хотя опять, эта машина не на продажу, поэтому не переживайте.
В общем, я еще в начале этой работы все говорил, что я всем говорил, что удар не интересный. Не, удар интересный. Коленвал был интересный, разбит, блок разбит. А по кузову она почти не пострадала. Немножко только лонжерон туда ушел. И тот перекрутился, да оторвало перемычку, да помяло эту штуку. Вообще, короче, понты делов было. В общем, моторный мы выдавливали вот такой полтонной прищепкой. Она давит 500 кил. Ну так, вроде уже ничего, только надо еще одно место сделать. А так уже ничего, так и нормально. И линия, да, какая была продавленная, стала какая ровная. Люди, ну все, мне надо домой. Женька будет еще работать, завтра я ее не сниму, он ее отдаст уже без меня, у меня там свои дела. Сегодня я не работал, сегодня я занимался полдня своей машиной. На шиномонтажке был, летнюю резину обул, развал сделал, ну короче, все нормально. Девятка у нас будет, 99-я, что я показывал перевертыш, она у нас будет, не знаю, наверное, в понедельник. Поэтому всем удачи, всем пока. Стас, с днем рождения, счастья, здоровья.